Пойдем с Вовчиком смотреть. Веничек. Подкатывает к тебе? А? Подкатывает к тебе? Да правда что? Вот. А что потом бесплатно сюда ходить будем? Да. Пойдем на обзор гриль домика, куда я хотела изначально. Как вы видите, я босиком. По камням. А зачем босиком? Я что-то даже сланцы не вытащу. Да я так хочу. Хочу прям насладиться природой. От пяток и до ушей. Вид сейчас будет шикарный просто. Та-дам! Вовчик, ты что такой недовольный? Скучно. Скучно ему, он один. Такой маленький, мне так нравится. Такой же, как и я. Вовка, такой домик маленький, да, такой низкий? Ну-ка, давай, открывай. Проводи экскурсию. Ой, закрыто что ли? А он еще такой говорит, идите посмотрите. Угу, пришли смотреть. Ну, придется вот так смотреть. Опять подглядывать, да? Mm-hmm. Вовка, подглядывать, это наше все с тобой. Mm-hmm. Мы везде с тобой там подглядываем. Там водичка есть. Где? Че? Где? А вон. Вот. Ага. Вентиляшка стоит, смотри, что. Угу. Вон оно, что происходит здесь. Телек, да? Где? Вот а вот, точно. Ну-ка, дай я руку просуну. Во. А прикинь... Это мы снимаем обзор, да? А прикинь, уроним телефон. Не достать его потом. Обзор домика. Я хочу так. Так круто. Здесь бы жить. Ладно, все, обзор сняли, пошли дальше. А это обзор мангальной зоны. Вот. А теперь самое-самое крутое. Видите, даже лавки повернуты в ту сторону. Люди просто сидят и наслаждаются видами. Давай сюда сядь, я тебя пофоткаю. Сесть? Угу. Что там? Страшно чуть. Ну там вроде бы нормально все. Не бойся.